Так, купив этот ангар, мы сможем перевозить контрабанду для Оскара. А сколько стоит? Оу, я получил вознаграждение, здорово. Блин, на серебро. Тоже выстрела. Выстрелов не хватило в голову. Черт их дери. И надо было 6 мостов пролететь. А я всего 2 пролетел. Ну и ладно. Серебро так серебро. Тоже неплохой результат. Мод. Привет, Тревор. Мне сообщили, что этот негодяй прячется на дне карьера. Говорят, что это что? Ой, пардон. Нет? Блин, куда написали-то? Ну, в общем, где-то на дне карьера. Рон, привет, Тревор. Оплата Оскара за оружие была переведена. Аэродром пропащих пустует. Блин, ну сейчас-то телефон хоть работает. А, ну вот. Так, ты... их всех перебил. Думаю, теперь это собственность Тревор Филлипс Энтерпрайз. Загляни туда, проверь, шо и как. Блин, 150 тысяч стоит. Доход 5 тысяч за наземную операцию, 7 тысяч за воздушную операцию. Ну, блин, если выполнять здесь задание, то мы с вами просто надолго застрянем. Так, клёво. Дождь без облаков. Это что-то новенькое. Это грибной дождь. А дайте-ка вот на этой штуковине прокачусь. Ну, все, короче, понятно. Здесь с этим аэродромом. Ну, смотрите-ка, штука неплохая. Давайте смотреть на карту. Меня интересует знак вопроса. Китайцы опять у нас ждут. С китайцами мы с вами потом разберемся. Поехали сейчас разберемся с вопросом. Блин, ну никак. Никак нельзя. Или можно все-таки... Я думаю, что можно попробовать проехать. Только тут везде забор. Да, и колючая проволока. Потому что тут чертов аэродром. Тут проеду. О, да. Тут, слава богу, разрыв какой-то есть. Я думаю, что вот этот агрегат, он не очень быстрый, но в плане проходимости и устойчивости достаточно подходящий вот для данной местности непосредственно. Так, амунация. Что у них там? Снайперская винтовка со скользящим. А дальше додумывайте сами, друзья. Что там может скользить в винтовке снайперской? Так, тормоз. Ну да, да, да. Рассигналился. Слушай, блин, чё с дождем? Чёртов дождь. А я, кстати, уже почти приехал. Скорость набрал нормальную. Бум! Не, штуковина крепкая. Очень крепкая. Причем, видите, даже в песке очень быстро набирает скорость. Да, блин. Уже реально надоел. А вот я и приехал. У него, кстати, смотрите, тоже такая же тачка. Ну чё, золотой? Hey, what you doing? What you up to, Cletus? Задание называется «Стрельба по мишеням». You want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right then, I'm here with you. Я надеюсь, они сейчас не людей будут убивать из этой винтовки, как зайцев. Let's raise some hell, neighbor. Oh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Okay, you see them three big satellite dishes? A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Ну, попробуем. Выстрел. О, да. ETV for you, Mrs. Gilbert. Okay, one more for the road. Так, где еще?
Такая же тарелка. Так, вижу здесь тарелочку. Сбиваем. А, вон еще. На крыше. Да спокойно сейчас все будет. Да, развлечение что надо у этого чувака. Now drive us up to that abandoned motel. I got an even better idea. До мотеля? До брошенного? Ладно, посмотрим, что он там придумал. Тоже интересно. Заинтриговал даже, я бы сказал. Так, а что у меня с машиной? Ну вот на этой фигне поедем. Liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. We'll take your vehicle then. Блин, а это что такое? You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money and wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. All this eat local, small batch, farm to table bullshit. You know, I could maybe use another pair of hands if I can get you up to snuff with that rifle. You keep on criticizing my shooting. You'll be starring in a snuff with that rifle. Shit! Here we are. И где же будет наша позиция? Нет, не стрелял. Но хотелось бы, наверное. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time, and I wanna see how you deal with a moving target. Прокачивает таким образом наш навык стрельбы по движущимся мишеням. Так, ну попробуем. Пробил. Оу, Следующий. Да, надо перезарядиться. Хотя здесь патроны бесконечные явно. Так, смотрим. Вот этот посложнее будет, колесики у него поменьше. Подбил. И еще. О! Клевая тачка белая. Хаммер. Ну-ка. Подбил же. Подбил. Блин, куда он? Just two fellers killing time in small town America. Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being antisocial on your own. Whatever cranks a tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Reckon it would be real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. We'll give you a shot from up here. Что-то я не думал, что так сложно будет с этими крысами расправиться. Ну да ладно, все бывает. Так, куда мы идем? Снова будем по тарелкам бомбить? Или уже по живым мишеням, например? Так. Sing to me now, song dog, and another. Подожди. Эх. Ну ладно. Где вторая стая? Вторая не разбежалась. Еще можно стрелять? А, мне кажется, даже нужно. Ну что ж, попробуем. Хочу одной пулей двоих. Да, вы задолбали. Попал, нет? Нет. Так, дайте двоих положу.
Попробую. Ну чё, Койота, объединяйтесь. Так, еще один идет. О, да. That should do it. Nicely done. I reckon you should tag along next time I go hunting out at Palito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? All right, gotta go. I'll send you a text when I'm about. Ну вот и новый контакт. 84%, 2 за одного. Но это как раз вот двух, наверное, надо было и положить. В остальном статистика, в принципе, хорошая. Ну что, я думаю, сейчас как раз, наверное, самое время. А если отсюда спрыгну? Воу, нормально. А сейчас самое время и до китайцев сгонять. Найдена часть признания. Соберите все обрывки письма, чтобы разгадать тайну смерти Элеоноры Джонсон. Блин, что за бред? Просто пробежал, где-то здесь что-то было. Снова крыс. Ну ладно. Давайте, нам только дотащило нужно добраться. А тот Клетус пусть сам как-нибудь добирается. Имена тут тоже, да, попадаются такие интересные. Давайте сразу китайцев отметим тоже. Ну что же, я думаю, что это, в принципе, может быть у нас завершающим заданием перед передышечкой. Поэтому сейчас все силы, естественно, на него бросим. На это задание. И, наверное, с удовольствием пройдем. Впрочем, как и все остальные задания. Блин, ну... Поехали, поехали. Прет, 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 прет! Давайте его столкну. Ах ты ж. Можно было подтолкнуть его, да? Прям на рельсы. Был бы прикол, конечно. Даже не знаю, откуда во мне такие наклонности. Вертолетная площадка у нас справа также есть. Может, там есть и вертолет? Ну-ка посмотрим. Сейчас остановлюсь. Давайте заедем, посмотрим. Так, вертолетная площадка есть. Самолеты будут сохраняться, купленные на веб-сайтах. Или завезенные в этот ангар. Блин, а хоть какой-то... Хоть какое-то воздушное судно есть тут? Нет? Летательный аппарат там нет? Тоже нет? Ну ладно, ничего страшного. Просто будем иметь в виду. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. He's won. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Русский. Слышали русскую речь? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar. I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. 我操他妈的真是玩翻了! You all speak Spanish, speak it to each other! Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了，你有空就加的来份费的我，这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him? 就是这个，来来来来来。I'm out. No, don't go, please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. This is us.
Так, ну что, туристов куда-то надо отвезти. А именно до лаборатории по производству льда. Что там за лед? Chef, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Да. Снова будет жарко, блин. Не, нормально. No, Mr. Cheng Senior is very specific. He wants a good, reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Cheng and his humble servant. Hey, Lao Shung. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Ample room inside. Mr. Cheng, please, sir, if you will. Let me out! Yeah. Super. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! Ну, это, пожалуй, его любимая. Ну, в общем-то, и моё. Тоже постреляет. Ну что, поехали? А, смотрите, знаете, что у меня есть? У меня есть очень, мне кажется... Давай. Ну, давай, кидай ты уже. Блин. Красота, наверное, да? Бабах! Не получилось. Вот так вот. Смысл отстреливаться, если мы сейчас на этих гранатах протянем. Давай сюда. Отлично. Можешь закидывать еще. Оу, я. Красота. Прям вот сюда надо закинуть. Только не под себя, не дай бог. А там, кстати, еще взрывоопасный баллон с чем-то. Запретом, видимо. Сейчас будет взрывиться. Бабах. Так, еще кто-то приехал. Чего? Не понял юмора. Пута мадре. Так, куда бежать-то? Блин, он смылся куда-то. Давайте за ним. Я, по-моему, тут гранатами одними разберусь. А, вот он. Пута мадре. Твою мать! Все. Коллега погиб. Шеф погиб. Обидно. Но будем рассчитывать на то, что чекпоинт именно... Да. Повезло. Давайте теперь хотя бы... Я не знаю, там автомат какой-нибудь. Что тут у него есть еще вообще из оружия? Так, еще встать может. Ну я на самом деле рисковал сейчас, но тем не менее повезло. Так, с другой стороны. Подождите. Не понял, а здесь что ли? Без разницы. Короче, где-нибудь сейчас мы их встретим. Так, ну чё, наверное, снова тогда гранаты. Вообще офигенная штука, я только-только распробовал. Давай. Красота. Так, следующее. Блин, куда он опять грен дел? Давай, кидаем. Баба. Давайте сюда им. Чтоб не прятались, твари. Сюда еще. Побольше. А вот это вот сейчас повеселимся. Ловите, твари. Еще ловите. Так, это, наверное, я зря сделал. А чё, всё? Гранатомёт... Так быстро заканчивается, друзья.
Все хорошее всегда быстро заканчивается. А он случайно сюда идет? Тихо. Но это зато последний остался. Блин, где он там? А, вон он, там бежит. Сейчас через дверь будет выходить. Спокуха! We need to get to the front of the shop. Come on. I was heading that way already. We gotta get downstairs. Come on. Да бегу, бегу я. Наверное, еще будет подмога. Как их там, ацтеки? Может, гренку туда закинуть? Опасно, опасно будет. Черт подери. Ах, ты ж, бляха, ты муха. Чё с греной? Главное, что только сейчас не под себя бросил. Вау! Офигеть. Ну, сейчас Тревор уже погиб. Блин, какая-то лажа с гранатой произошла опять. То он садится в укрытие, то он, наоборот, выходит из него. Ладно, бросаем гранат тогда. Мы будем просто сейчас лупить уже классическим способом. Здесь бы тоже гранатометик не помешало, согласитесь. А ну быстрее, пока никто не зашел. Да, давайте китайцев проверим. Сейчас денежки соберу. И оружие. Замерзли, небось. Выполнили. Жаль, конечно, да. Жаль, конечно, был перезапуск, но серебро, друзья. Ну что ж, мы с вами увидимся в следующей части. Спасибо за просмотр. Всем пока, друзья.